сейчас! Сломаются. Да, точно. Вам, ребята, очевидно, нужно напомнить о 3Б успешного воспитания. 3Б? Ну, знаете, моя надежная система для идеального воспитания драконов. Во-первых, безопасность. Да. Во-вторых, без перекусов. Спагетти перекус. И в-третьих, всегда быть бдительным. Погоди, куда он делся? Спарки! Спарки! Выше, шериф. Знаю, это была проверка. И вы ее прошли. Погодите-ка, похоже на огонь дракона? Если я выясню что-то важное об огне Спарки, возможно, Опалин наконец перестанет о нем говорить. Достань мне драконий огонь! С огнем дракона я стану сильнейшим огненным аликорном всех времен! Драконий огонь. Пост покрыт с головы до копыт. Эй, вышла в рифму. Это вроде тех простых замков на шкафах? Вместе с шестиуровневой лазерной сигнализацией. И еще разные острые предметы всегда держать под замком. И под постоянной охраной. Просто и понятно. И, наконец, смягчите все острые углы и края. Видите? Никакого риска пораниться. Вау! Неудивительно, что Опалин хочет этот драконий огонь. Он такой сильный! Итак, центральная улица – лучшее место для тренировки устойчивости к закускам. Спарки должен уметь... Как я и говорил, он должен уметь. Это не быстрый процесс. Этот процесс на вкус как черника. Хич, какая там была третья Б? Всегда быть бдительным. Куда он пропал? Где Спарки? Нам нужно его найти. Изи, ищи на пляже. Зип, смотри сверху. Санни, катайся, пока не найдешь. Даже за одним дракончиком уследить. Спарки! Хвала копытам. Я так волновался, я думал, ты упал в море или попал в пирог, или был съеден пчелами. Смотри на кроли рога, Хич. Смотри на кроли рога. Вот так. Простите, ребята. Я всего лишь хочу быть хорошим драконьим отцом. Хич, ты уже хороший драконий отец. Посмотри, как ты заботишься о Спарке. Но мне кажется, что тебе нужно немного успокоиться. Санни права. Спарки, может, и малыш, но очень крепкий. Спасибо вам. И вы правы. Нужно мне поумерить свою опеку. Эй, Спарки, прости, что я был таким. Спарки? Спарки, нет! Переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2022 году.